Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю инди, с вами Сейн, сегодня мы поиграем в игру под названием Absolute Drift Zen Edition. Значит, выпигимся, да, у меня есть, подумал, можно одну серийку записать, по ней почему бы нет. Гараж, значит, нужно сразу выбрать машину, которая... The Original, есть не оригинальная, не оригинал что-то. Ладно, неважно, нужно выбрать нам нашего монстра, на котором мы будем кататься, но, судя по всему, он только один. Это знаменитая Toyota AE84. Белая должна быть, да? Вот такая карбон хуйт. Погнали, free roam, посмотрим, что это из себя представляет. Что тут нужно делать? Ну, я так понимаю, дрифтить, раз Absolute Drift. Так, и управление посмотрел только на стрелочке. На VSD нельзя ездить. Приветствую, мое дитя! А ты здесь, чтобы стать мастером дрифта. Дрифт — это искусство... Как это правильно сказать? Sliding sideways. Входа в поворот боком. Давай я научу тебя дрифтить. Дрифт был изобретен в Японии благодаря гонщику, кто пил очень много саке в обеденный перерыв. Он не мог ехать по прямой и стал дрифтмастером. Потребуется очень много терпения и усилий. Мы увидимся с тобой в следующий раз, когда ты станешь дрифтмастером. Поезжай прямо и врежься в стену. Я имею в виду дрифтуй. В смысле врежься в стену? Hit the walls. Зачем мне hit the walls? Не надо. Давай, давай, пускай меня в бой. Controls, да, я вижу, 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 вижу. Погнали, погнали, погнали. Легонько, легонько задели. Выбери сложность. Easy, medium, hard. Medium хочу. Погнали. На VSD было, наверное... Попроще, да ладно. Туториал дрифт 0 из 5. Как-то на стрелочке не особо я привык управлять, ну да ладно. Давай мне туториал. Так, заработай 5000 очков, там, короче, заработай 15 тысяч очков. Дрифтуй в течение 5 секунд. Погнали. 3, 2, 1. По кругу, что ли? По кругу? Давай, поехали, 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 поехали. Воу, 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 воу. Это было плохо. Так нельзя делать. А вот так можно делать. Нет, тоже нельзя. Сложно, блин. Как заработать X2 мультиплайер, я не знаю. А вот заработал. Заработай X10. Да почему тебя так сводит? Почему тебя так ведет машинка? Пончики, пончики нарезаем. Вы закончили 34 тысячи очков. Ну неплохо. X10 мультиплайер я только не сделал. Ладно, поехали. Пойдет. Сложно, но мы справимся. Непривычно немножко. Так, дрифт туториал. 4 из 5 я сделал задание, неплохо. Туториал бонус блокс. Давай. Разрушать эти объекты надо. Заработай очки, разрушая вот эти красные объекты. Блин, не те объекты. Спокойно, спокойно, спокойно. Просто drop the base произошел. Drop the base. Давай, давай, давай. Какая она медленная после разворота. Ну это прям вообще... Не годится никуда.
Так, разрушь 15 блоков, давай. Почему-то как-то очень мало очков дают. 2400 очков очень мало. Ага. Я разрушил 20 блоков, максимум 25. Понял. Пойдет. Не забывай дрифтить. Это единственный способ стать мастером, но это логично. Туториал Clipping Points. Поехали. Что-то одни туториалы сплошные. Что такое Clipping Points, я не знаю, но мы с вами, наверное, выясним. Больше скорость, больше дрифт. А можно еще какие-то машины посмотреть, или мы только на одной будем ездить? Я бы предпочел, типа, я очень уважаю Toyota AE84, но... Вернее, AE86. Что-то я сейчас херню сказал. Toyota Truena. Но я бы предпочел какую-то Mazda RX-7. Прям очень даже. Это очень сильно сносит. Заработай 2000 очков. А это законно? Мне очки не дают. А, дрифтуй близко к этим красным херовинам. Боже. Красно-белым. К ним 300 очков. Да. Понятно. Так, пустите меня на какую-то дорогу просто. Просто на дорогу. Я просто покатаюсь, и будет все красиво. Мир один. Ой, ё-моё. Вертолеты стоят. Ебать. Что это было? Синяя стала, была красная. Понял. Вертолет не трогаем. Что тут за красная хреном была? Ага, я понял. Гараж есть. Так, поехали в гараж. Может, там можно новую тачку взять какую-то. Сейчас посмотрим. Нет! Нельзя. Только цвета менять. Но это неинтересно. Пожалуйста, дрифтуй с умом. Поехали. Прыгнуть надо. Over the plane. Перепрыгнуть в самолет. Понято. Я еще немножко не до конца привык к физике управления. Она бернаутит как черт просто. Просто как дьявол. Погнали. Не, ну это было красиво, конечно. А продрифтовать между лампой и ангаром? Я что, не продрифтовал, по-вашему? Не, это погоди, это нечестно. Есть. Миссия 3 из 6 выполнена. Погнали дальше, погнали. Где задание? Краска. Что такое краска? Перекраситься? Не хочу, мне белый устраивает цвет. Он меня автоматом перекрасит, типа? А, ё-моё. Ну ладно. Музыка крутая тут, конечно. Музыка прям, да. Дрифт Хана-то. Ой, хочу в Дрифт Хану. Давай сюда. Дрифт Трек Кобе. Поехали в Кобе. Давай, да. Ой-ой-ой, опасно. Погнали. Это что за красные хренумбулы стоят?
А, на них нужно... Все, я понял. Это траектория, по которой нужно дрифтить. Ну, логично. Сложно. Прям сложно. Ну, сколько-то очков мы заработаем с вами, дамы и господа, в любом случае. Она прям реально хардкорная. Я думал, что тут будет, ну, типа такая аркадка, но... Но на аркадку это не особо похоже. Машину ведет как просто как сатану. Тихо. Хорош. Сейчас потихоньку, помаленьку мы с вами приспособимся ко всему. Так, ну что-то 179 тысяч очков, между прочим. Ага. Ага. Я это выполнил, нет? Там хотя бы два чекпоинта было зафиксировано. Или нужно все пять? Где еще миссии? Ебать. Я хочу в Дрифтхану. Продрифтовать между контейнерами. Это не счет, да? Понял. Так, это еще одно задание. Еще одно. Надо найти последнее. А вот интересно, музыка вот эта крутая вся, она палевная? Меня YouTube накажет за нее? Может быть, кстати. Давай. Ну развернись, пожалуйста. Есть. 4 из 6, в смысле, было уж 5 миссий. В смысле 4 из 6. Два задания осталось. Где еще задание? Drift between both lamps. Ага, между лампами. Принято. Понято. Есть такое. Где последнее задание? Последнее задание, где я спрашиваю? Игра. Тут карта не такая большая, я уже все обнаружил. Дрифт-трек Хамаматсу есть. Можно и туда залететь. Хотел бы я сказать, что это медитативная инди, ни хрена. Тут концентрируешься просто и... Немножко отвлечешься, тебе жопа. Где последнее, блядь, задание? Краска. Продрифтовать мимо этой краски или что? Пока что мне больше всего понравилось прыгать через самолет. Это было весело. Вот это что такое? Нет заданий, я уже все объездил. Давайте на Хамаматсу поедем. Посмотрим, что это такое. Может, нам откроется задание. Погнали. 60 тысяч очков набрать. Там что-то дрифтовать долго, в течение 5 секунд. Типа того. Погнали. Ой-о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 й. Не, ну я лютый просто. Вот это было... Да, wrong direction, я знаю, не надо мне это самое. Не говори мне, что делать, куда ехать, иначе я тебе скажу, куда идти. Ну, красиво, практически все зацепил. Ну, поворот-то прошел. Поворот-то мы с вами прошли. Поехали. Ядрен, псати же, почему так сложно? Реально, кто хочет такого экспириенса непростого, поиграть в эту игрушку. Она прям очень даже, да. Она прям очень даже заставит вас
посоревноваться с самим собой и с этой машиной. 451 тысяча очков, между прочим. Да, да, почему бы и нет, хорошо. Очень даже неплохо. Я хочу открыть Дрифтхану, а мне не дают ее открыть. 5 из 6 миссий комплит. Где, блядь, миссия последняя? Миссия где? Миссию дай мне, мозг не еби. Одна миссия осталась. Где она? А если так? Ничего. Может, это миссия? Midnight Drift MT Gzumo. Поехали. Ой, 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 в темноте. Блин, сложно. Сложно будет. А за трассу мы не вылетим? Надеюсь, что нет. Слушайте, атмосферно, на самом деле. Игра очень, весьма атмосферная и сложная. Этого у нее не отнять. Там в настройках можно, конечно, добавить, типа, чтобы тебе помогала игра подруливать, но это неинтересно. Надо испытать все сложности. То если машина будет сама подруливать во время дрифта, то нахрена это? Это легко. Можно еще коробку передач включить ручную, но вот на это я уже не рискнул. Мне автомат хватает. Если я вручную буду ездить, я вообще никуда не уеду. Мне тут бы за машиной следить на автомате, а на ручной вообще ебнусь. Хотя я уверен, что на ручной, если придракониться прям, то это будет проще. Давай, все эти зацепим. 100 тысяч очков, хорошо. Финиш. Пустите меня в Дрифтхану, пожалуйста. Одна миссия, блядь, где она? Вы на приколе, что ли? Дрифт-трек Коби. Давайте я попробую мимо этой краски продрифтить. Нет? А как тогда? Где последнее задание? Понаставили самолетов тут тоже мне? Так кто тут припарковал так самолеты криво? Нет, оно не засчитывается. Ну то есть, типа, тут просто проезжаешь, краску меняешь. А смысл с этого? Ну типа, я могу и в гараже ее сменить. Тут рандомную дают. Ой, это классно, кстати. Может, я не дрифчу? Ну все, сейчас точно был дрифт. Сейчас точно там был дрифт, и мне не открывается Дрифтхана. Чё проблема твоя? Откройся. Одно задание осталось. Где оно? Погнали. Искать. Оу. На розовой трое оно. Тут мы были. Тут мы дрифтили. И тут мы были на Хамамацу. Может, до конца нужно пройти? Я не знаю. Давайте попробуем. Хамамацу попроще, потому что она такая овальная. Complete two perfect drift lines. Давай, две идеальные дрифт-линии, вот эти красные точечки нужно идеально, короче, по ним задрифтовать. Это сложно, кстати, будет. Ну, я уже начал хорошо. Блять. Почему так сложно? Почему так сложно? Нет, радиус не тот, меня вообще занесло. Я-то думал, сложно дрифтить во всяких там
Need for Speed, хотя в Need for Speed это довольно просто. Нет, я думал, сложно дрифтить Forza Horizon. Когда ты играешь на... без всех этих помощников по типу ABS, хотя они только и мешают. ABS, Traction Control и прочее. Нет, блядь, вот где сложно дрифтить. Закончил. Не, я не сделал две идеальные линии. А на дрифтхан у меня не пускают. 5 из 6 миссий. Может, я тут миссию не сделал? Это миссия? Но тут я был. И тут я был. Есть еще проблема, я уверен, что вот, кстати, в эту игру на геймпаде было бы играть удобней. А, объясню почему. Когда ты играешь на клавиатуре и нажимаешь газ, то это идет, ну, в зачет как полное нажатие педали. А на геймпаде, который я не особо приветствую, все-таки можно настроить газ на курок и добавлять газ по мере необходимости. Так что да. На геймпаде, скорее всего, было бы лучше. Не пускают меня в дрифтхан. Не пускают. Давайте еще раз сюда. И в таком случае будем заканчивать. Давай. Призрака мне. В смысле? Серверы. Unavailable Epic Servers. Ну ладно, так поеду, ничего страшного, не умру. Поехали. И игра еще, блин, названа... Окей, Absolute Drift, я понимаю. Zen Edition. Где тут Zen? Я должен тут расслабляться? Я тут сосредоточен? Блин, как будто я экзамен сдаю. Ой, это красиво. Ой, это красиво было. А вот это некрасиво. Но то было красиво так рядом с этим. Да. Да. Рядом с бортиком. Так. Там есть задание продрифтовать 7 секунд. Мы сможем это сделать? Не сможем. Если я его уже не сделал, когда был тот длинный дрифт, то сейчас уже не смогу, потому что уже и финиш. 156 тысяч очков, между прочим. 5.24 было. Тем не менее, тоже неплохо. Тоже неплохо. Ладненько, дамы и господа. Такая вот игрушечка. Кому вдруг нравится такой хардкор, милости прошу к нашему шалашу, как говорится. Испытайте себя, испытайте. Напишите мне, нравятся ли вам подобные игры, которые на самом деле заставляют задуматься о том, как что происходит. В том плане, что думать надо, как ты едешь, что нажимаешь. Контролировать машину на максимум. А я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и увидимся в следующих играх и других видео. Всех обнял.